Нас объединяет любовь к родине, к свободе, желание видеть ее великой и процветающей державой. Эти чувства соединяют всех нас. И сегодня мы знаем, самый важный результат последних лет – понимание того, что только сообща мы можем изменить жизнь в лучшую сторону, сделать ее благополучной. Пока мы вместе в дружбе и согласии, наш Татарстан будет процветать. Наш Татарстан на сцене солисты Дома дружбы народов города Набережные Челны. Встречайте аплодисментами! С праздником Наурус! И, конечно же, благодарим всех тех, кто сегодня пришел. Особенно, конечно же, наши общины нашего города. Это культурно-экономический центр Азербайджан, Башкирский национально-культурный центр Шанкар, Лизгины в Татарстане, Лизгиар. Давайте аплодисменты, конечно же, таджикскую общину, местную узбекскую национально-культурную автономию, местный казахский национально-культурный автономии Казахстан, Нуре. Конечно же, наш дом дружбы народов, родник в лице Ланы Шрифовны и Шалиной, администрацию парка Победы и, конечно же, администрацию нашего замечательного города Набережные Челны. Мы
за дружбу народов. Мы за единый Татарстан. Мы за единую, за дружную, за сильную Россию. Давайте всегда дружить. И, конечно же, берегите себя, своих близких. Мир вашему, нашему дому. Пусть небо наше всегда будет безоблачным и светлым. Мир всем нам! До новых встреч! С праздником Наурус еще раз!